Торжественный прием состоялся в день празднования Октябрьской революции в Музее обороны Брестской крепости. Традиционно на героической земле цитадели над Бугом вступают в пионеры, учащиеся пятых классов. Пополнение на этот раз большое. 60 пятиклашек приехали специально из Барановичей. Я сама была пионером, и, конечно, если сравнить, то абсолютно разные понятия. Сейчас мы просто играем с детьми, просто развиваемся, просто даем возможность деткам собираться группами, свои интересы развивать какие-то, правильно, скажем так, в нужном направлении шагать. Новые пионеры пообещали любить свою родину, быть добрыми, честными и справедливыми. Но самый запоминающийся момент был после торжественной клятвы. Ребятам повязали наглаженные яркие галстуки красного и зеленого цвета в честь государственного флага Беларуси. Для свежеиспеченных маленьких активистов этот атрибут – предмет гордости. Моя мама даже шла домой с распахнутой курткой, чтобы все видели, что она стала пионером. Моего брата приняли у нас в Барановичах в доме школьника. А меня единственную из нашей семьи приняли в Брестской крепости. Для меня это большое событие. Очень символично то, что мы их принимаем в Брестской крепости, что именно Белорусский республиканский союз молодежи, так скажем, поддерживает данное, так скажем, направление. Кроме ношения галстука, в пионерской жизни есть еще много интересного. В рядах организации дети наравне со взрослыми сами могут предлагать различные полезные проекты и инициативы.